Привет, Аджай! Лонгин, твой навигатор говорит, что я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Аджай. Достигнешь места катастрофы. Осторожней. Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз, как вор в ночи. Пушки где? Thank you.
и что теперь? Тоже пусто. Вы здесь? Если нет, то я ничего не понимаю. Hop!
Посылка доставлена. Распишитесь. Думал, там оружие для Золотого Пути. Потому и взялся. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Тебе лгут, сам знаешь. То, что зовут кругом жизни, на самом деле это жизнь на чужих костях. Ешь или будь съеден. Для животных это выживание. А люди зовут это бизнесом. Это... Бизнес, Аджай. Проклятый бизнес. Меня спасла пуля. В голову. Она убила старого Лунгина, страшного человека, имя которому было Палач. Эта пуля продырявила мой череп, чтобы пустить свет Божий в мое сознание. Я был крещен в водах Гока Фоллс. Так, а бриллианты? Левит 17:11. Потому что душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает. Это тени былого, что неустанно преследуют меня. Каждый бриллиант — грех, совершенный мной, коих было много. В итоге, что с оружием? Оружие? Будет! Иди! Передай Амичи и Сабалу эту благую весть! Да, и, кстати, на старой чайной фабрике Деплёр готовит к отправке большую партию опиума! Что? Опиум? Мерзкий бизнес повсюду. Иди! Скажи им! А как закончишь, навести меня, ибо не пристанен промысел Божий! Меня звал. И что значит парой?
как макака и банан. Что представляешь при слове макака? Банан. А я идолов, древних идолов. Надеюсь, в прошлом я был несправедлив к моим ближайшим родичам обезьянам. Теперь пытаюсь возместить ущерб. Долгая история. Чего? Как 12 шагов, только с пушками. Я бы и сам справился, но со мной Кока 4 и Бонга 2 совсем отощали. Боюсь, снег увидят, в момент замерзнут. А это проблема, потому что те обезьяньи-идолы в пещере запрятаны где-то высоко в горах. Я знаю путь. Стой, откуда инфа? Солид, чувак. Армия короля тоже их ищет. Не тяни макаку за хвост. Что армия короля захватила несколько повстанцев. Им конец.
пора праздник устроить. Пиньяту там повесить, например. Только без всяких лампочек на пальцах. Мы тут за три месяца нашли ровно ни хрена. Я уже застрелиться готов. Ты просто еще один сраный труп. Они заплатят! Пора праздник устроить. Пиньяту там повесить, например.
Йорк, я нашел ящик, но он пуст. Чувак, вот это облом. Хотя стой, если дружки Пейгана все еще там, то зуб даю, они эту проклятую статую тоже не нашли. Где же эта статуя? Куда ее спрятали? Тоже мне, игра в горячо-холодно. Точно, холодно. Ледник же.
Ловите бунтари Керовы! Ты, помните учение! We'll be right back.
Хёрк, вытаскивай меня уже. Парень, я, конечно, ветер в твоих крыльях, но в верности до гроба я тебе не клялся. Сердце красавицы склонно к измене, или как там? Блин. Это что, гарпун? Это пронзатель. И теперь он пронзает не только китов. Сдается мне, эта штука проткнет кого угодно. Только немного улучшить. Да. Да ты просто Индиана. А мешок с песком? Надеюсь, ты не забыл поставить его на место статуи? Нет. А яма со змеями была? Змеи в снегу? Нет. Нет? Ну и что, все равно круто. Надеюсь, ты все же порадовал обезьяньих богов. Ладно, найду еще, наберу тебя, ага. Это не все? Угу. Ну ладно. Ладно. Номер у тебя есть. И у тебя мой, да? Да. И твой адрес. И номер твоей жены. Она красотка. Thank you.
Хорошо, что ты... Это безумие. Я сваливаю.